Открыто. Планета буквально кричит. Освободите, помогите. Первым делом я хочу, чтобы в каждом доме без исключения, были наши самые главные друзья. Несколько цветов в горшках. В добрые руки. Они создают прекрасную атмосферу. И главное, помогают окружающей среде. Я сортирую мусор. Да. Сдаю на переработку. Стаканчик для матча-латте. Тоже ношу с собой. Всегда. Не использую одноразовые стаканчики. Потому что это что? Правильно, не экологично. Вам советую. Думаю, что парочку таких принесу на гаражную распродажу в порту. Шуба. Из натурального меха. Даже смотреть на это больно. Как минимум не гуманно. Я против того, чтобы животных убивали ради красоты. Если вы еще вдруг не дошли до того, что натуральный мех — это стыд. Отдаю недорого. Я очень люблю животных. Отдай! Отдай! В моем доме не должно быть вещей, которые создают плохую ауру. Едят мою энергетику. Отвлекают. Отвлекают от важного, от высокого. Ты, знаете, вот в розетку вставляешь что-то, и даже если не включен, то все равно дребезжит. Слышишь, как дребезжит и отвлекает. Я в шавасане лежу, а она свистит, зовет меня. Мне это не нужно, телевизор отдаю. Недорого.